Отель «Клеопатра Лакшери Ресорт» находится в 32 минутах езды от международного аэропорта Шарм-эль-Шейх. Отель имеет большую территорию, собственный пляж и соседствует еще с несколькими отелями. Отель «Клеопатра Лакшери Ресорт». Амфитеатр. Здесь проходит вечернее шоу. Каждый вечер у них есть программа. Большое лобби. Красивое, все в мраморе. В лобби Wi-Fi бесплатно. Бар вот здесь находится. Здесь делают хорошие коктейли, напитки. Терраса. Территория, несколько бассейнов, детская зона, пляж. Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Конференц-центр. Стандарт CRU. Пожалуйста. Большой номер. Чайный уголок, стол. Софа. Большой балкон. Если гости хотят здесь составлять... столик под запрос. Ну и вот видим пляж, бассейн. Пляж из двух частей. С одной стороны вход хороший, а с другой пологий. Стандарт санузел. Здесь поведен душ. Ванны нету. В номере есть халат, тапочки. Короче, стандартный номер подразумеваем, однако просто выйдет. Чайный уголок. Здесь мы видим зал, вторая комната и третья комната. У каждой есть телевизор. Здесь две кровати, там одна. Пользуемся вместительно. Ванная. Душ. Балкон небольшой. С видом на море. Второго балкона здесь нету. И такая комната отдыха, зал. И есть еще connection room, судя по всему. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Вот он пляж. Понтон. Справа здесь говорят хороший вход, а слева там будут кораллы. Пляж хороший. Мы видим, люди заходят где-то там 100 метров, там все еще по поясу, довольно пологий. Много здесь шезлонгов, зонтиков, всем хватит. Площадок, центр спорта,
бассейн недалеко от пляжа. Еще один бассейн. На территории отеля есть один бассейн с подогревом, есть детский бассейн. На территории отеля есть один бассейн с подогревом, а возле бассейнов есть Wi-Fi. Анимация здесь 16 человек, анимационная команда, из них 10 это представители СНГ. Она активная, у них есть программа шоу, вечерняя и в течение дня развлекательная программа. Отель хороший, он подойдет для семейного отдыха, для отдыха с детьми. Здесь хорошее питание, хорошие напитки, его можно брать и вы не пожалеете, будете довольны. В отеле есть дискотека, она работает до 2 часов ночи, напитки до 2 часов ночи, на дискотеке бесплатно. Бар в лобби, он 24 часа в сутки работает, напитки там 24 часа в сутки можно брать. Вот он, главный ресторан, на улице готовят гриль. Халаты и тапочки в отеле под запрос. Или если вы второй раз отдыхаете в данном отеле, то тогда они предоставляются бесплатно, как VIP-гостям. Два а-ля-карт ресторана. Это рыбный и итальянский. Один раз за 7 дней можно посетить бесплатно. Вот такие горячие здесь, рыба жареная на гриле, овощи, кабачки, перец, капуста, баклажаны, картошка. Большой выбор. Здесь хороший. Здесь кальмары, вернее, не кальмары, а крабы. Тайская кухня. Макароны, паста. Это диетическая. Из фруктов тут финики, дыни, виноград, гуава, десерт. Из сладостей, из фруктов еще есть гуава, бананы. Я даже не знаю, что такое. Ага, хурма. Из сладостей. Вот мы видим, там уголок супа и хлебные, и там салаты еще, в том числе. Давайте возьмем, попробуем, что это такое. Кальянная. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.